В московском микрорайоне продолжается строительство здания начальной школы 36-й гимназии. В пятницу ход работ проверили специалисты Ивановской мэрии и депутаты Гордумы. Возведение школы началось в этом году, но уже на начальном этапе возникли проблемы. Из-за проектной ошибки было потеряно драгоценное время. Нам пришлось корректировать проект и увеличивать длину свай. Вот сложность в этом была. А это нужно было время для того, чтобы скорректировать проект. Потому что там испытания сваи и все прочее, изменения проекта. Вот это привело к тому, что мы задержались на 2 месяца. Сейчас все трудности позади. Новый проект, новые силы и техника. Но чтобы нагнать сроки, теперь нужно постараться. Кроме того, после 1 сентября подрядчику придется работать так, чтобы не помешать учебному процессу в находящейся поблизости гимназии. В условиях, когда, например, сбивают сваи и идет работа с отбойным молотком, проводить занятия чрезвычайно будет сложно. Поэтому подрядчик нас заверил, это мы будем контролировать, что эти работы будут выполнены до 1 сентября. Второй момент. Договорились, что будет установлен еще дополнительно один кран для того, чтобы выполнить все работы в установленные сроки. В общем-то, после 1 сентября в основном пойдут работы, связанные с строительством основного здания. То есть, соответственно, мы также обратили внимание и с подрядчика на то, чтобы он обеспечил охрану данного объекта не только в ночное, но и в дневное время. Согласно контракту, коробка здания должна быть возведена до 29 ноября. Отделочные и другие работы запланированы уже на 2020 год. В итоге начальная школа на 360 мест в московском микрорайоне будет представлять собой отдельно стоящее трехэтажное здание, соединенное с основным корпусом гимназии номер 36 переходом. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.